Первые результаты второго тура выборов президента Украины. Почти трехкратный разрыв между кандидатами в президенты зафиксировали независимые опросы избирателей. Цифра национального экзит-пола 73% за Владимира Зеленского, 25,5% за Петра Порошенко. Анна Романовская продолжит. Финальные результаты национального экзит-пола. Украинский шоумен Владимир Зеленский получил поддержку 73% избирателей. А вот его оппонент, действующий президент Украины Петр Порошенко, получил 25,5% голосов. Еще 1,5% избирателей намеренно испортили свои бюллетени. Как нам объяснили социологи, столь существенный разрыв в голосах почти в 50% директор социологического фонда «Демократические инициативы» объяснила нам тем, что украинский избиратель недоволен существующей политической системой. Потому многие и выбирают кандидата, который раньше не фигурировал в политической сфере. Стоит задуматься, что является собой наша политическая система. Она не удовлетворяет людей по многим параметрам. И очень важно, чтобы политические силы перед парламентскими выборами задумались и как-то изменили к тому времени свою политику. В целом национальный экзит-пол провели без особых помех. Только на 6 избирательных участках по всей Украине интервьюерам не давали опрашивать людей. Однако вскоре эти вопросы быстро решались с помощью полиции. Всего интервьюеры работали на 300 избирательных участках. Это на 100 меньше, чем во время проведения первого тура выборов. Следует отметить, что опрос проводился анонимно. Избиратели просили отметить в анкете их возраст, пол, образование, номер избирательного участка, а также кандидата, за которого они проголосовали. Всего в опросе взяли участие приблизительно 15 тысяч людей. Ожидается, что погрешность экзит-пола не превысит 2,5%. Анна Романовская, Ярослав Матяш, UATV.